Каждый четверг в прямом эфире на «Дожде» проект «Детко 3». Филипп, Тимофей, Тихон. Три родных брата. Три лица не из телевизора. Во время развала СССР в 91-м им было 9, 6 и 4. Когда вышел первый альбом «Земфиры», 17, 14 и 12. В 2006-м у самого младшего, Тихона, в 19 лет родилась дочь. Старший Филипп – главный редактор журнала «Большой город». Средний Тимофей – корреспондент газеты «Ведомости». Младший Тихон – журналист радиостанции «Эхо Москвы». Три героя конца нулевых о самом важном –